Вопросов, ну, очень много по типу, а сколько твои родители зарабатывают, а зарабатываешь ли ты с ТикТока, а сколько ТикТок платит? Я хочу положить конец, как бы вас это не касается. Вопрос, какая разница вам, сколько зарабатывают мои родители? Я, конечно, знаю ихнюю сумму зарплаты, но говорить направо и налево кому-то я не собираюсь. Да и к тому же, какой толк? Хорошо, узнаете вы сумму, и что? И что? Земля повернется. Или что? Спрашивать у человека в Телеграме, в Инстаграме, в ТикТоке по типу «А сколько зарабатывают твои родители?» — это максимально тупо и нагло. Дальше такой же вопрос был «Сколько ты зарабатываешь и зарабатываешь ли вообще?» На этот вопрос я отвечу вот так вот. Я зарабатываю с ТикТока, но не скажу сумму. Так как мне некомфортно отвечать на такой вопрос и вообще, в принципе, говорить кому-либо сумму, сколько ты зарабатываешь, я не считаю нужным. Да и к тому же, это некрасиво считать чужие деньги.